Всем привет, с вами я, Ван Грешник, мы продолжаем играть в Grim Soul. Давай наушник, микрофон поправлю, сейчас, секунду, все, поехали. Короче, я такой вижу, Аиса что-то пришла, взял нагрудник, сделал шлем солнечного дракона, сапоги, и как-то хила маловато, и что-то клевца нету, думаю, давайте-ка сливанем ее необычным способом и достаточно, на самом деле, дорогим, потому что использовать сегодня будем метательное зелье. Да, мы сегодня сливанем Аису метательными зельками. Взял с собой 6 капканов, по идее 2-3 зелья за один капкан я успею выкинуть, но вообще можно и без капкана драться. Мы сливали ее без капканов. Будем пытаться за тот хил, что у нас есть. По идее, хил у нас достаточно хороший, на сотку. Не стоило бы его тратить, но, боюсь, придется к нему прибегнуть. Риттершверд, заточенный бастард на однерку, та же самая история, 70 урона, главное, на скелетов, вот, пожалуйста, есть. Сапоги, кожаные, простые, ничего особенного, короче, поехали. Заходим на Аису. Капканы я могу поставить у ворот 4 штуки и прям сразу его ввести в ворота, но дело это такое себе, неудобное, можно, но сложно, ну, давайте посмотрим. Сам прикол, я, скорее всего, ее так и не заведу. Скорее всего, капканы останутся прямо здесь, прям так. Зря я их ставлю. Но попробуем, давайте. Вообще 4 капкана, по-моему, можно поставить, но я сейчас сделал так, что поставлю только 3, а 4 капкан поставить не смогу. Да, все. Я сам себе малину испортил. Ну ладно. Такое тоже бывает. Сверху у нас Риттершверд. Ну, заебись. Начинается история. Поехали. Ну, одно такое зелье наносит, если что. Да, 120 урона. О, если я напомню, для тех, кто не в курсе и не знает, 1700 хп, по-моему. Ну, хоть тремя зельками попал, уже неплохо. Давайте проведем ее вокруг. Чуть-чуть возьмем какую-нибудь дистанцию, совсем молясь немножко. Ну, хоть попал. К слову... Ну, заебись, да. К слову, имейте в виду, это зелье не сбивает каст ее магии. То есть, если она начнет кастовать вот у мини лохманинов, то вам пиздец. Ядовитое зелье не сбивает каст. Это надо знать очень хорошо. То есть это не свитки небесной кары, это не выстрел. Сука, вам не зачтет. Урон идти идет, но не зачтет. К слову, я сдох, и хп-то на себя восстанавливает, а значит, возможно, зелек уже не хватит. Ну и скелеты встали. Да, слишком близко подошел. Продолжаем нашу историю сражения с Аисой. Взял я с собой скимитар, навык накинул, так что ваншот... Да. Взял с собой ягоды, чтобы пополнить запас хп, потому что других хилок, к сожалению, у меня нет. Это единственные хилки, которые были, собственно. Но с луженым брюхом в целом все будет нормально, все будет хорошо. Шибко не парьте, все будет ок. Слот... Ну и хрен с ним, еще можно лук взять, чтобы она не разбушевалась. Все, у меня лохманинов, ну иди нахуй. Все нормально будет, не парьтесь, все будет хорошо. Не попало, да? Молодец. Ладно, давайте возьмем какую-то дистанцию, потом поменяем оружку в руках. В целом есть еще капкан. Один, но есть. Этого капкана, по идее, должно хватить. Не так уж страшно все это. Да. Главное следить за ее омини лохманином. Да заебись. А я, кстати, не знаю, а она омини лохманинов. А, ну да, видимо, окаменение не спасает меня от омини лохманинов. Ну вот заодно и проверил, мне всегда было любопытно. Да, видимо, она просто бесконечно кастует омини лохманинов. Мне что-то прям так интересно стало, спасет ли окаменение от омини лохманинов. Нет, не спасает, не спасает, хорошо. Второй слив пошел, интересно, да, видимо, я сейчас ей фул хп уже установил. Зашибись, тактика. Надо было сделать видео без звука, а потом просто записать звук сверху, потому что когда разговариваешь, оно, конечно, не так все сосредоточено. М-да.
Поехали, третий заход, интересно. Но если, по-моему, так часто я долго не сливался давно. Раз, два. Так, подожди, по навыку можно в целом поставить мощный удар, потому что сейчас в данной ситуации... Хотя проклятие тоже было бы неплохо, но... Это, в принципе, интересно, проклятие работает на яд или нет. Можно сразу забрать ресурсики. Дайте-ка я возьму Эль, чтобы не откиснуть на всякий пожарный. Вот так просто зайду. Хлоп, 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 хлоп. Заберу все и убегаю. Надеюсь, у меня Лахманинов не последует сразу же в спину. Нет, вроде как не идет. Сколько зелек у меня осталось, понятия не имею. Но у меня есть 7 свитков небесной кары. В целом, слить ее так можно. Можно легко. Но, как видите... В нашем случае чуть-чуть не туда пошло все с самого начала. Ну да ладно. Капканов теперь нет. Придется жить без капканов. Уже за огненный меч взял. Другого орудия нету. Смотрю, где что лежит. Тут главное уже сейчас свыкнуться с расположением предметов. Так, давай-ка я вот эту штучку съем. Самая лучшая хилка для АИС, которая только существует. Возьму с ней хоть какую-то дистанцию. Я вообще скелетов жду, но... Это... Ладно. Свитки небесной кары сюда, сюда. Можно мяско бахнуть. Вот, пожалуйста, валяется здесь. Хорошо, возьмем пока лучок. Хлоп. О, мне Лахманинов будет? Нет, нет, хп-то у него все-таки еще. Все, пошел у меня Лахманинов. Заебись. Как я это сделал, я понятия не имею. Не спрашивайте меня, я вообще не в курсе. Оказывается, можно прервать анимацию броска зелья. Ну, не то, чтобы часто я этим зельем пользовался, поэтому для меня это... Да, блять, для меня это новость в целом. Что, оказывается, анимацию броска зелья можно прервать. Кто бы знал. Ну, теперь знаем. Раз и два. Хорошо. Вот главное, чтобы она через забор у меня Лахманинов свой не кастанула тогда. Все будет в целом приемлемо. Будет в целом все хорошо. Так, вот так. Ну, главное отбегать вовремя. Ну, попадает что-то как бы вроде как. Вроде все хорошо. Ага, вот если бы я про этот фокус знал, я бы не сдох. А я думал, нельзя так. А оказывается, можно. Оказывается, имейте в виду, можно отбегать прям сразу после врыва. Промазал. Каким хуем промазал? То есть, оказывается, можно под упор кидать эти зельки. И вдобавок еще к прокидыванию этих зельек. Можно со спокойной душой отбегать прям сразу же, и она по тебе не попадет. То есть, если бы мы делали так, мы бы вообще не слились. Ну вот, век живи, век учись, пожалуйста. Вот на тебе тайна, которую надо знать все. Ну, мы попытались, мы попробовали. Фиаско, не повезло, не фартануло. Давай уж свитками добьем. Вот, видишь, свитки сбивают ей. Ага, к слову, мне сейчас будет не очень хорошо. А вот теперь все прекрасно. Свитки сбивают ей каст вот этого Омина Лахманинова. А вот, к сожалению... Как же яд больно дамажит здесь. Спокойно. Все. Все хорошо. К сожалению... Что, к сожалению? День рождения только раз в году. Оп, хорошо. Свитки сбивают, а зелья нет. Я на этом погорел один раз, потому что у меня было энное количество зелек. Я попытался их использовать. Но не повезло, не фартануло, не вышло. Дай короб. Нет, короба нет. Есть навык уклонения от одержимого, том 5. Я, судя по всему, вообще никогда себе не сделаю вот эти два навыка, да, походу. Вот два раза проклятие упало, сдерживание вообще никогда не увижу. Это какая Аиса на счету, и никак не могу увидеть нормальный навык. Ну, что поделать. Так, такова игра. Таков рандом, таков босс. 10 овса хотя бы дали. Ну, с овсом проблем никаких нет, если ты валишь варга на севере. 3 решетки давайте еще заберу. И вот даже ягоды, если честно, выкидывать жалко. Неплохая награда. Наградия, да? Наградия неплохая, благовоние. Ну, такое. Коса ужаса очень хорошая вещь. Очень долгоживучая, очень прекрасно дамажная. Очень хорошо работает эффект, а так в целом не очень. Ладно, давайте на этом заканчивать. Хотел идеально, сделали не очень, но хотя бы сделали. С вами был я, Ван Грешник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Увидимся в сериях, видосах и так далее. Поставьте описание Дискорд-сервер и поддержка канала. Север, да. Дискорд-сервер и поддержка канала. Всем хорошего настроения, всем пока.